Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Всем привет! Добро пожаловать на канал Story Games! С вами Юрий и Метро Last Light, о котором, наверное, все забыли. Но я помню. В прошлый раз мы закончили на том, что мы победили какую-то креветку и уехали на пароме в церковь, где должны быть какие-то наши. Ну, собственно, пойдем их сейчас искать и встречать. Собственно, зря я это сделал. Ты выплывешь отсюда? Ты выплыл отсюда, окей. Собственно, не хотел я ждать, пока меня привезет паром. Опа! Там кто-то вылез. Ну, ящерка поползла. Так, куда нам надо идти? Вот туда. Окей. Убери зажигалку, пожалуйста. А то же в болотах есть газы, и если случайно чиркнуть зажигалкой, они могут подорваться. Но, собственно, этого мы не хотим. Так, вы там уходите, меня не видите, и я пошел дальше, короче. Так. Кто там рычит? Что-то рычит, где-то бежит, и все. Еще раз, куда мне? Мне почему-то назад, на меня кто-то нападает, Иди нафиг. Нафиг иди. Мне почему-то показали, что назад. Ладно, пойду назад. Опа. Здесь что? Здесь вода, в которую, наверное, суваться нельзя. Правильно я понимаю? Куда мне? Вот туда, ладно, пойду по этому. Пока. О, здравствуйте. Убери. Убери! Это что такая-то? Блядь. Чё-то мне сыкотно. Так, у меня заканчивается фильтр, у меня запасные-то фильтры есть, нет? Ну кто там опять-то, ну? Конечно. Почему бы не промазать-то сейчас? Ну конечно, конечно, конечно. Нафиг ты достал-то эту херню? Чё, пиздец. Что-то. Где у меня чекпоинт? Туда. Окей. Да убери ты. Дальше. Да, там же мелко было. Что ты так упал-то? Собственно, аптечки подняли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уйди ты от меня. Чё это такая страхоёбина-то, блядь? Уйди в жопу, блядь. Почему ты в прошлый раз мимо меня-то просто пробежала, а сейчас ты не можешь, что ли, уйти в другое место? Да... Отвали от меня! Она идет за мной! Да хватит! Пиздец. Бля, почему она такая страшная-то? Еще раз, куда мне?
Она опять сейчас вылезет же, да? Может, не надо, чтобы она вылезала? Я не хочу, она очень страшная. Оп, где? Сука! Уйди от меня, пожалуйста! Бля, она там за мной идет позади. А сюда она не пройдет. Ха! Нахер пошла! Пиздец вообще. Фу, что-то я пересрал так. Здесь есть что-нибудь, что собрать-то можно? А чё у меня чувак с противогаза снял? Надень противогаз. У меня фильтров нет! У меня блядь! Что здесь происходит? Давай ты не будешь, пожалуйста, задыхаться, умирать. Куда-нибудь мы с тобой войдем, чтобы тебе было хорошо. Да хватит, пожалуйста. Бля. Ну все, пиздец. А как так вышло, что у меня фильтров нет? Интересно. Они же должны где-то лежать. Давайте мы поищем где-нибудь фильтры. Я нашел фильтр. И надо его поменять. Все. Хорошо. Дальше поехали. Чё, почему здесь банка в воздухе висела? А, это на веревочке банка висела. Все понятно. Так, дальше мне куда? Мне надо в церковь прийти. Найти наших. И найти еще фильтров немножко, а то они сейчас опять закончатся. Чуваки, дайте фильтр где-нибудь. О, отлично. Спасибо, чувак. Знаешь, что ты мне больше ничем не поможешь, но все равно спасибо. Туда. О. Артём, я тебя вижу. Кто там меня видит? Парень, давай. Давайте, я к вам бегу. Там у меня сзади страхоебина большая. Я хочу... Не, вот она! Она же сзади была, почему она здесь? Уберите ее от меня, пожалуйста! Уберите от меня! Да. А, да почему ты не можешь спокойно поплыть-то по воде? Выплыви, пожалуйста, отсюда в жопу! Ёб твою мать, это что еще было такое? Что за пиздец? Бля. Бля. Ну давайте, ребят, пожалуйста. Так, ну вот, блин. Как здесь сражаться-то, не понимаю. Огонь по-большому. Это мега большой. А, я еще и промо... Да, обосраться. Хватит. Своей клешней тут. Назад, тварь, действительно. Иди в жопу от меня. Прикрывайте там все, стреляйте в нее, отвлекайте от меня, пожалуйста. Ну да. Мне, я меткий человек просто от бога. Да. А, от нее еще и рикошетит. Классно. Да хватит, боже мой, да. Чё? Первый, внимательнее. Там вообще стреляйте в нее, чтобы она на вас отвлекалась, пожалуйста. Все? Нет, не все. Стреляй, может, вы будете в нее стрелять-то? По-моему, я только один в нее стреляю вообще. Еще
Да чё? Твари! Первый, сзади! А у меня патрон кончились на подше. Найс. Давай, давай! Всё? Дожимаем его! Дожимаем, 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 дожимаем! В пизду иди! О! Найс. Все, фильтры кончились. Ребят, я можно к вам, пожалуйста, прибегу? У меня сейчас это все. У меня везде за... Блять. Еще себе. В первый раз такого вижу. Мне сейчас все заново надо было, да? Никогда ты такого не было. Еле отбили. А, нет, не заново, не заново, не заново. Вон лежит. Так. Мне надо добежать, пока у меня фильтры не кончились. Куда? Куда? Где там этот? Спасите меня, чуваки! Да бля. Пожалуйста, Артём, давай, 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 держись, 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 держись! Бля, я не успею. Сука. Чего зря фильтры тратить? Действительно, которых нет-то, блядь. Чего зря тратить-то? Никогда-то такого не было. Еле отбили. Еще себе. Так, давайте мне быстрее, пожалуйста, бревно. Бревно, бревно, у меня фильтров нет. Давайте, пожалуйста, быстрее. Доставайте, пожалуйста, быстрее, ребят. Пожалуйста, быстрее, быстрее, у меня фильтров нет. Можно вместе с бревном было фильтры мне дать. Пожалуйста, дайте добежать. Заходи. Да ты просто супер. О. Заходи. Чего зря фильтры? А, супер. Я тебя увидел еще вон оттуда. Так, это кто у меня? Чуть не пристрелила. Это Аня. Это Анька. Это снайперша, которая чуть было не запидорила моего черного любимого. Из-за которого, собственно, все это и началось. Вот если бы она в него не выстрелила, мы бы его взяли и спокойно вернулись бы. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Да. Бросила меня, еще и кроликом называла. Помнится. Здравствуйте. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, но Хантер не случайно тебя выбрал. Да уж, в деле я прям профи. А я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Кто он для тебя был? Ты собирайся. Ну так ты договори. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Куда мы подвинем на Октябрьскую? Окей. Так. Мне нужно очень много фильтров. Я так понимаю, они здесь очень быстро будут у меня заканчиваться. Ну чё, музыка-то это хорошо. Так, чё у нас здесь? О. Патрончики. Здесь ничего, нигде. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Отлично, сейчас присмотримся. Помоги. Так, здесь есть у меня что-нибудь, что мне понадобится? Мне нужны... Пару стволов. Ну что там? У меня еще и 22 денег. Найс. Так что, если что надо, не стесняйся. Отлично. А где другой торговец? Саня, здесь нет фильтров. Как международная... А патроны у меня мало, но мне сначала нужны фильтры, а не патроны, к сожалению. И не оружие. Дайте мне фильтров, пацаны! Они, между прочим, про нас знают. Они, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом. Даже представить себе не могу, сколько шуму наделал. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны они к ней из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Пропустите меня. Большое метро перебрались, а может...
Ну, всякое. А, дайте я пойду продам это патрончики ненужные, лапу? Пока я что-то вспомнил у меня. Дальше. Писта. Ладно. Ух ты! Наши-то как быстро домчали. А ну-ка проверь, на всякий случай. Да конечно, домчат, когда за тобой такая страшная херня. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий. Ах, это тот скотин. Оу! Да уж. Сходил, продал патрончиков. Вы чё тут? Ты Лесницкий, тварь? Предатель. Ого. Иди в жопу. Приз-сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет. Эту с собой. Всё, живо. Слышь, отстань от неё. За Аньку порву. Я её кролик, а не ты, понятно? Да, классно, я без фильтров. Чего бы нет-то? О! А, нет, это сохранение так показывается. Тут фильтр где-нибудь дайте мне! Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Это красные предатели переоделись в наших. Анна, забрали ее с собой. Ушли. Тут в подвале вход. Да сейчас пойду спасу, не переживай, чувак. Ну, ты-то уже не переживаешь, но я Аню спасу. А мне главное только фильтры найти. Вот. Патронов до хера, фильтров ни хера. Вообще. Ну дайте мне где-нибудь фильтры. Я сейчас на Октябрьскую пойду, там по-любому фильтры понадобятся. Так. Подожди, я отсюда пришел? Да. Паутинку вляпались, потому что паутинка как фильтр подействует такая. Обмотался паутиной и дышит сколько хочешь. Ну нет. И пофиг на то, что паутина из жопы паука. Ебать. Так, фонарик подзарядим. Я думаю, тут будет темно. И фонарик нам тут пригодится особенно. Да что тут загля... А... чё фонарик не включается? Это потому что у меня глюки идут, да? Наверное. О, включился. Так, у меня, вижу вот эту корзину, у меня очень нехорошее предчувствие возникает, что something can go wrong. И, по-моему, действительно что-то сейчас пойдет не так, смотря на хлипкий пол и на эту корзину. И на вот те туннели далекие, мне кажется, что от них, из них что-то вылезет. Да и... Конечно. На. В смысле? Да из двух патронов не... Пиздец. И патронов нет. Конечно.
Все. У меня все закончилось. Пока. Ладно, будем. О-о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 ! Вы чё? На! Чё-то вообще как-то жестко начиналось все здесь. А ближний бой тут вообще есть на какую-нибудь кнопку? Опа! Прикольно. Это В. Нормально. Живем. И я опять забыл, что у меня есть гранаты, у меня есть ножи и еще гранаты. Окей, ладно, выберем зажигательные сразу пока. И кидать их на кнопку С, насколько я помню. Хорошо. Ну, конечно. Ты же, сука, привучий. А, из нее еще воздух вышел. Прекрасно. Иди нахер. Нахер, идите, пожалуйста, от меня. Так. Все. Ой, еще и ножи можно подбирать, это вообще офигенно. Так. Дальше поехали. Перезаряди. И подкачай. О, шикарно. У меня же на ней стоит модификация, я оставил, что она не взрывается при перекачивании. Так. Лесницкий, тварь, ты куда ушел-то? Я тебя сейчас догоню. Спокойно. Ага. Пока. У меня осталось 16 патронов. Я не знаю, как я дальше буду проходить. Так, опять глюки пошли. Дайте мне патронов, что ли, хоть каких-нибудь, хоть где-нибудь, хоть от кого-нибудь, хоть для чего-нибудь, дайте мне патроны. Спасибо большое. Я помню, что можно тут пользоваться еще патронами, которые деньги, но их у меня всего 30. Не сильно поможет. Так. Для дробаша нет патронов, для калаша 20 патронов. Класс. Ты что там делаешь-то? Ты кого там жрешь-то? А, на. Ага. Ты что такой быстрый-то? Че ты мне не нападаешь, на? Так, опа. Ну. Ну. Все, супер. Так, дальше куда? Туда? Значит, пойдем туда пока. Воу-воу-воу-воу! Блин. Вот в первой игре скримаков не было. За исключением одного в самом начале. Сп-
помните, там по поезду идем. Открываем дверь, оттуда скримак. Единственный в первой игре, а здесь уже столько скримаков. Блин, да кто там рычит-то постоянно? Да хватит за мной. О, это что такое вообще? Это дробаш-пулемет? Нормально. Можешь с ним походить. Все, я тут все собрал у всех. Так, вместо чего я его взял? Вместо винтовки. А где она? Вот она. Да, два патрона, почему бы нет? Окей. Дальше куда мне? Вот туда? Ага. Давай, 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 давай. Быстрее крути, 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 крути. Так, что там у нас за дверью, что-то поджидает? Опять какой-то звук. Что это такое вообще? Ну, поехали. Лесницкий, а как ты здесь прошел вообще? Почему ты монстров всех не убил, которые на меня тут выпрыгнули? Почему они на тебя не выпрыгнули? Вопрос логичный. О, господи. Ну, он хоть кого-то убил. И то хорошо. Угу, туда не запрыгивает. Сюда, сюда, блин. Вот теперь эта игра похожа на Skyrim очень сильно. Там были в пещерах. Вот прям вот, вот точно такие же локации. Ебать! Я, наверное, зря со включенным фонариком ходил, да? Ой! Ой, можно я от вас убегу, пожалуйста, куда-нибудь? Отстаньте от меня! Что? Кто в меня еще пуляет-то? А, это... Эти звуки? Меня оглушают, короче, понятно. Даже... Дайте мне пройти, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, пройти! Да хватит звуки издавать эти отвратительные, у меня сейчас уши лопнут в реальной жизни уже. Так. Все. Пока. Отвратительные создания. Патронов мне больше дайте, пожалуйста. Так. Дальше куда? Вот туда.
наверх? Ну, судя по всему, да. Так. О, боже. Еба, еба! Блин, это же оружие мощное должно быть. Почему они не убиваются с одного патрона? Ну, класс. Ага. Хорошо, 6 патронов. Живем. Возьми ножи, пожалуйста, все, которые ты промазал. Ладно, я промазал. Но ты тоже промазал. Где еще ножи-то? Куда ты их кинул-то вообще? Я их кинул, ладно. Дайте мне какие-нибудь запасы, пожалуйста. Почему я выбирал стандартный уровень сложности, а не спартанский? О, здесь, наверное, должно быть что-нибудь. Так. Здесь ничего. Ну, блин, ребята, чего у вас так мало патронов-то у всех? И? А, во. Поехали. И что опять-то? Да! Пока. Да нет! Все, пока. И у меня осталась пушка с двумя патронами. Все. Будем проходить метро без патронов. Мне интересно, почему они мне еще ни одного урона не нанесли еще на самом деле. Но если что, я никаких щитов не включал. Поехали. Но почему они убежали внезапно? Так, потому что испугались звука, наверное, да? А звук — это предзнаменование чего-то хорошего. Или плохого. А у меня нет патронов. И у меня нет ножей. У меня остались только 10 гранат. И 5 патронов на калаше. И я представляю, что мне сейчас будет очень весело. Если я сейчас где-нибудь не найду патроны. А вот здесь я, наверное, найду патроны какие-нибудь. А, нет, если вы обратили внимание, у меня тут появляется кнопка, типа, меняется на кнопку джойстика. У меня просто рядом лежит джойстик, на нем кнопку зажал немножко, поэтому. Играю я с клавиатуры с мышкой. Так, сколько патронов у меня? 25 на калаше. 3. На дробаше. И 0 на
и винтовочки. Фонарик почти сел, патронов нихера, ножей нихера. И впереди, я так понимаю, у меня босс. Здравствуйте! Панцированная ебатня. Ну, почему я-то упал? Могла бы просто она упасть и все. Так, давай мы с тобой помиримся и ничего не будем делать, пожалуйста, хорошо? Да не надо меня бить. Так, я помню, что денежные патроны должны быть зажигательные. Поэтому насрать на деньги. Мне моя жизнь дороже. Надо очень аккуратно. Очень аккуратно. Так. Все? Нет, 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 нет. Да хватит меня бить, да ты задолбал. Конечно, прям в ту сторону кину. Да блин! Так. Он убежал? Он просто убежал? Я просрал 5 гранат и все деньги, а он, сука, просто убежал? Ах, он скотина. Блять, я тебя сейчас догоню, ты мне все деньги вернешь, которые на тебя просрал. Урод. Лесницкий, тварь еще та, тоже, блин. И Аню мне вернешь, и деньги мне... А, вот и ты, привет, иди сюда. Здравствуйте. Так. Тебя можно как-то победить-то вообще? Понятно. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, ну, в прошлый раз он убежал, когда он разнес мне здесь все колонны. Может, надо разносить все колонны им? Иди сюда. Я так понимаю, он неубиваемый вообще. Кис-кис-кис. Я у колонны. Иди сюда. Так. О, уебался. Ну чё, народ, погнали нахуй. Ёбаный в рот. Иди сюда. Я здесь. Ку-ку. Иди сюда. Я здесь. Ку-ку. О. Так. Так. Иди сюда. У меня один патрон. Иди сюда. О! Попал, сука. Нет, 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 не убивай меня, пожалуйста. На. Где он? Вот он. Все. Патронов нет.
Гранат тоже нет. Остались 5 гранат. И патронов нет. Так, давайте им будем бить просто колонны. Я здесь. Ага. Да хватит. Иди сюда. Дебил. Колонна, колонна, давай сноси. Где ты там? Ага. Ну, ну, что ты бесишься-то? Что ты бесишься-то? А воды, по-моему, меньше было в первый раз, да? Это он, получается, сносит колонны и воду пускает? Дальше-то мне куда? Мне что делать-то дальше? У меня нет патронов ни хрена. Опа. Ха-ха-ха. Я его прикончил. Отдавай мне все мои деньги, слышь? И патроны. И аптечки. Ой. Ой, ой, ой. А мне куда? А, вот, 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 вот мне вот сюда, наверное, да, надо? Или это скрипт или не скрипт? А, все, я думаю, меня затопило нахер. Ладно, поплыли, 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 поплыли. Ну чё ты не цепляешься-то нифига? Сейчас тебя унесет куда-то. И выйдешь ты из канализационного люка в 2021 году. Окажется, что все это был сном. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. В руках предателя Лесницкого находится и Черный, и Аня. И все, что нам, собственно, нужно. И пойдем мы к Лесницкому уже в следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в Дискорд-сервер. И всем до следующей встречи на Story Games.